Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Toyota Harrier 2004 года выпуска, 3 литра бензин, передний привод. На этом автомобиле обломался штифт на лючке бензобака. Сейчас попробуем его заменить. Высверлим клепки, снимем лючок и уже там изогнем новый штифт, вставим его. Сейчас покажу, что там произошло. Вот такая вот штука. Вот эта верхняя ось, вот она видно, шевелится, отломалась, и лючок упираться стал. Она, видать, здесь заржавела, перестала двигаться и просто переломилась. Снимаем вот эту пружину. Она так вот снимается. И высверливаем вот этих две клепки. Хотя, может быть, да нет, их надо будет высверливать. Высверливаем. Сверло надо было бы на 7, на 7 нету, взял на 8. Клепка алюминиевая, сверлится легко. Видно, сердечник упирается, не дает дальше ровно идти. Сейчас попробуем сердечник этот утопить. Все, сняли. Сейчас снимем колечко и выбиваем эти заклепки. Так, немножко нагнул ее и вытащил. Вот эти места вот так вот немножко раскручу. Такие вещи редко ломаются, поэтому менять лючок из-за этого, я думаю, не стоит. Вот такой огрызок. Сейчас выгинаем 3-миллиметровый и ставим. Выдергиваем вот этот обломыш.
И сейчас по размеру, по оставшимся, выгинаем новую. А выгнем ее вот из такого прута крашеного, который идет на сушилке для белья. Я думаю, что отрывается у всех. Выгнал вот такую угловую штучку. Вставляем ее сюда. И вставляем ее на место. Вот так вот. А теперь эти берем обратно аккуратненько пассатижами. Подворачиваем вокруг ее. И она будет работать. Болтаться не будет. Ее подожмет. Вот так вот берем. И подворачиваем одну и вторую. Все. Стоит. Идем клепать. Вот такие вот заклепки, родные, оригинальные. Номер ее получается 90-269-060-17. Две заклепочки. Берем, устанавливаем крышечку. Берем заклепочник. Правда, заклепочник наш не для кузовщины. Обычный. Рассверлили в нем, в головке, отверстие. И будем надеяться, что он у нас будет работать. Цепляет. Заклепочник начал разваливаться. Ну что, голь на выдумке гораздо. Здесь нужен специальный клепочник, который 6-миллиметровый.
взял головку, рассверлил, обточил шпильку и только так смогли заклепать. Ну, пока пойдет, а потом найду нормальный клепочник, который должен быть по размеру, и переделаем. Ставим на место пружинку, заводится она и защелкивается на ребро. Все, закрываем и проверяем. Можно открыть. Все работает. Ладно, на этом замену, вернее, ремонт крышки бачка мы бензобака мы закончили. Всего вам доброго. Но кто будет делать, ищите фирменный клепочник нормальный под большую заклепку 6-миллиметровую. Всего вам доброго.